Ну, не знаю, но я не слышал это предложение, но могу сказать, что существует действительно некая проблема церквей в Москве. Все церкви в Москве сосредоточены в самом центре. То есть мы можем идти действительно по какой-нибудь улице Ильинка и каждые 100 метров видеть храм. Но при этом там никто не живет. Там находятся всякие министерства, ведомства, Кремль там рядом. И, в общем-то, эти церкви, они стоят пустые, находятся практически на содержании у вот, патриархии, то есть их нужно все время датировать. Некоторым церкви, да, действительно находятся в районах, где живут люди. Но это тоже в основном центр в пределах Садового кольца. Как только мы выплываем за Садовое кольцо, к третьему кольцу, а тем более в спальные районы, церкви, можно говорить, что их просто единицы. А здесь живут основные массивы, то есть миллионы граждан. Вот поэтому, по большому счету, конечно, в больших спальных районах церкви нужно строить. Тем более такой запрос от людей есть. Вот. Но не думаю, что это насчет возле палаток или вместо палаток на там остановках вдоль дорог это подходящее место для церкви.